Аймон. Привет, меня зовут Артём Королёв. Месяц назад мы объявили конкурс на лучший промо-ролик фестиваля «Ешь, трудись, люби» на дизайн-заводе «Флакон». Мы получили огромное количество отличных роликов, каждый со своим настроением любви и позитивом. Кстати, про позитив. Почему в каждом ролике так много бензопил? Может быть, мы с детства переиграли в Doom или Duke Nukem? Да, конечно, это прекрасно смотреть, когда другие трудятся. В то время, как ты ешь и любишь. Ну как же любовь? Про нее забыли? Какая надпись самая популярная? Самая популярная? В основном вот любовь и счастье. Любовь и счастье? Людям не хватает любви и счастья, да. Впрочем, что это за девушка, прогуливающаяся за ручку со штурмовиком? Неужели вы разбили все мифы Джорджа Лукаса? А деревья на флаконе уютные, мягкие. А главное, всегда можно связать свитер. А вот этот ребенок в костюме слона напугал даже Дарт Вейдера. Ну а если серьезно, то выбрать победителя было очень сложно, потому что все участники сделали максимально качественный продукт, который можно выдать в эфир хоть сейчас. Но по условиям конкурса нам нужно было выбрать лучшего автора. Итак, внимание, первое место! Ура Евгению Некрасову, который не только рассказал динамичную историю, а это было главным условием нашего конкурса, но и оформил ее с помощью отличной графики. Этот конкурс закончен, но вас ждут еще очень много видеобитв на сайте aimon.ru. Аймон, включайся!